Вот, собственно, одежда. Вот такой вот склад с одеждой. Все забито одеждой. Да он прилетит еще через 15 лет. Он прилетит. До 15 числа вы будете эти держать? Кто? Ну так я вам говорю, так надо этого быть. Так я вам говорю, этого выгоняйте и все. Всех мы уже знаем. Нет, серьезно, скажите, просто меня просто позвонить. Вас не сними, если я... Джинсы, все новое, все в упаковке. А Артура нету, что ли? Он где-то рядом. Он вышел. Нет, просто Слава еще позвонил. А это тот там Михайфанг. Видите? Это более ценностно. Они тут в основном черные. Эти пиджаки тут в основном черные. Ну, значит, как-то так. Скип белый. Так, можно брать палетами, можно брать контейнерами. Как мне сказали, можно попробовать еще какие-нибудь варианты. Вот что. У нас вот так вот. Вот так вот все выглядит. То есть все. От вас требуется только заявка и понимание того, что вы хотите. Есть перчаточки, есть такие перчаточки.